Всем привет! Сегодня я решил поиграть в Roblox. Да, это такая, если кто не знал, очень популярная игрушка. Ладно, давайте играть легко. Начнем с самого начала. Так, ребята, в общем, я решил поиграть в какой-то странный баре, но какой-то наггетс. Я точно помню, как там его зовут. Офицерно, я от тебя буду потом убегать. Ребят, я, получается, от него буду убегать. Зацените аватарку. Ладно, аватарка офигенная, да? Да, она на моем канале. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Открываем решеточку. Гоу. Проходить. Тут надо сломать какую-то решетку. Окей. Если что, я в этой игре просто первейший раз. И я не знаю, что тут делать. Поздравьте меня. Уху. Ладно, я уже узнал, что здесь надо делать. Прям вот только что. Надо идти по этой железке. Кто не знал, что по ней надо идти? Пишите в комментариях. Ой, сейчас они исчезнут. Блин, я чё, вздох? Ладно, погнали. Хоп. Они сейчас исчезнут, быстро Да в смысле? Давай, пупсик, проходи, я в тебе верю. Вот так, раз. Прыгаем. Прыгаем! А, это скам какой-то, я не могу допрыгнуть. А, не, все, ребят, я смог. Я смог! Уху! Все, кайф. Погнали дальше, ребятки. Козлятки. Ой, тут надо быть очень аккуратным. О, да ну нафиг, это реально наггетс какой-то. Посмотрите на его лицо. Чё за жмых? Бежим. От сумасшедшего наггетса. Так, нам нужно на эту трубу, я так понял. Аккуратненько. Не, наггетс реально угарный. Я слышал, что это не оригинальная игра. Почему же она не такая оригинальная? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Извини, девочка. Оп. Извини, пожалуйста, я случайно. По всей видимости, опять надо прыгать на эту трубу. А потом идти туда. Ребят, ну я скажу, тут какая-то лаганая игра. Такс. Все, ребята, я наконец-то допрыгнул до этой трубы. Поздравьте меня. Все, бежим дальше. Проходить игру. Я даже не знаю, как ее проходить. Ладно, как-то бегу. Смотрите, ребята, это цифровой цирк. Вышла уже, кстати, вторая серия этого цифрового цирка. Я так понимаю, оригинальный полицейский Барри — это вот этот вот синий жмых. Потому что в цифровом цирке такого персонажа, в принципе, да. Ё-моё, ты кто такой? Неужели ты Сигма? Ладно, ты не Сигма. О, тут надо копать. Я думал, тут надо просто провалиться. Ладно, копаем. О, это акуленок. Акуленок, поймай. Подожди, это же акула, они меня схавают. Не очень хотят кушать, но я по ним по головам буду прыгать. Охотник за акулами, за головами акул. Ага, краб, ты чё не на... Ой, извини, я уже бегу от тебя. По какому-то сундуку сокровищ, потом по игрушечной уточке и по каким-то деревянным кубикам. Из Poppy Playtime. Почти из Poppy Playtime. Растычка. Ой, блин, как же так? Чё, заново что ли? Что это за игра? Она очень лаганая. Ладно. Тут надо быстренько. И тут тоже надо быстренько. О, ребята, я дошел до черепа. Господи, какой он страшный. Так, тут надо пропрыгать через шипы. Да, у меня залагало очень сильно, как вы видите.
Хоп, ой, я перепрыгнул. Лагать перестало, ребята. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Все, я перепрыгнул. Так, что на... Ой-ой, нас ждет вот такой шарик. Нам надо перебегать и не дотрагиваться до шарика, да? Сейчас он покатится, и нам надо дойти вот в эту сторону. Потом на туда. Да ладно, ребят, я угадал. Круто. Теперь идем пока прокатиться, и можно бежать туда. Классно. Все, я успел. Кто? Я... А, вот, Наггетс. Я думал, это уточка. Вот эта уточка будет за нами гнаться. Оказывается, какой-то чувак, Наггетс, который чешет свою пупку. Не, вообще классный Наггетс. За что я вас на работу устраиваю? Скорость катушки. Просто гениально. Это скорость катушки? А, ладно. Побежали. Бог с ним. Ой, за мной уже гонится. А мне надо вот тут прокрутить, да? Я так думаю уже везде, всегда. То, что меня догоняет какой-то псих. Уже не догоняет. Фух. Надо пропрыгать по этой радужной лестнице. И что-то делать. Аккуратно, чтобы не упасть к этому чувачку на яйцу. Я уже, кстати, так нормально пропрыгнул далеко. Нажимаем рычажок. Ой, ребят, я поднимаюсь вниз. Ой. Вверх, да? Это вверх или это низ? Ладно, я, в принципе, не знаю. О! Наконец-то, это энергетик Литендери. Да? Нет. То есть да. Я не знаю, короче. Короче, это какой-то энергетик. Класс. Опач. У-ху! О! Ё-моё! О! Видимо, этот энергетик очень быстрый. У-ху! Все синее, как моя футболочка. Которую я сделал сам, своими руками. Опа. Пробегаем, пробегаем далеко. 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 Пробегаем, пробегаем далеко. Высоко. Так, все. Тем временем я уже на каких-то решетках. Главное не провалить всю миссию. Комплит. О, это был риск. Ура! Мне не показалось, или я рыгал? Ладно, без проблем. Побежали. Еще лестница, господи. О, все. О, давай. Ой. Мне кто-то написал, а я этого не заметил. Ладно, пофиг. Все равно я не увидел, кто это был. Жалко. Ладно, побежали уже тем временем ставить нашу лестницу. Так, ой-ой-ой, ладно. Акулы, да-да-да. Теперь что, преступникам надо охранять полицейских, которых съела акула? Не очень логично, но ладно. Так, тем временем мы ставим лестницу. Хоп. Как бы теперь допрыгнуть? Ладно, не допрыгнул. Блин, на. Как же тебя поставить? О, кайф. Так, думаю, будет. Оп! Блин. Я думаю, я сейчас залезу и такой... Вау, а наконец-то я... А ну-ка... О, ребят, я залез. Нет, я не залез. Да блин, я думаю, я сейчас залезу. Все. Все-таки забрался на лестницу. Наконец-то. Не прошло и миллиард лет. Да, вот. Ой, ё-моё, я думал, это какая-то не подстава, ну ладно. Тем временем мы просто идем по этой штуковине. Идем, 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 идем. Наггетс! Что это? Мими, ковбой, чикен, наггетс. Понятно?
Что-то, короче, связано с Наицем, ковбоем тем самым. Я ничего не понял, и мы поднимаемся. Опять Наиц. Он что тут на... Я хотел сказать, он что тут на каждом шаге будет? Или, может, не на каждом? Эта игра называется «Задонь больше, а потом стань бомжиком». Не знаю. Я ничего не имею против этой игры, просто... Зачем тут наггетс, которого можно купить? Тут наггетсы дороже, чем в магазине. По скидке можно взять за $39 или... Ну, где-то за, наверное, за $3 можно взять офигенные наггетсы! Ци-ци-ци, да. А, я не все шланги перекрутил. Точно, надо перекрутить же. Так, где еще? А, вон, вижу. Угу, спидран. Давайте. Так, тут тоже уже все перекручено. Бежим дальше перекручивать. Ой, это, кажись, последний. Ладно. Чикен, чё ты ко мне? А, можно же тут пройти. Я такой дурак. Всё, берём это. И гоу. Реально, тут наггетсы такие дорогие, блин. А в магазе за $2-3 можно взять офигенные вкуснейшие наггетсы с сырным соусом. Я не шучу. Так, добегаем до этой вентиляции, прыгаем в нее и идем дальше. Что нас ждет дальше, мы еще не знаем. О, ё-моё, что это за игра? О, цифровой цирк, я ваш фанат. Вы что-то делаете, ребятки? Акула, акула мне не навредит, это просто декорация, да? Цифровой цирк, я ваш фанат. Главное, вы меня не подведите. О, ребят, я прошел с первой попытки эту бесконечную вентиляцию. О, я прыгаю на цифровых ребят вместе опять с этим полицейским. Причем тут цифровой цирк? О, крутой аттракциончик. А в настоящей вентиляции это бывает вообще? Пишите в комментах. О, это так я так понимаю, главный повар. Злодей-повар? Что-то странное. Или это еще не главный злодей-повар? Сейчас мы его пройдем и все узнаем. Погнали. Я прям... Бежим! Быстрее, я вижу там базуку, ребята. А теперь смотрите секретную тактику, как победить этого босса-повара. Вроде. Так, берем за этот стол и... Куда ты? Блинский, он меня замочил. Так, ребята, пробуем еще раз. Валим за этот стол и пробуем его забагаюзить. No. Все, ребят, мы его забаг... Нет, мы его не забагаюзили. Теперь надо просто от него убежать. Надо его забагаюзить как-нибудь. Чтобы он нас не убил, мы просто от него бежим далеко. Да и подальше пусть. Когда же мы его уже багаюзить будем? Отстань! Да хватит за мной бегать! Ребят, как его победить? Я его почти забагаюзил. Перепрыгивай, стулья, а я пошел тебя багаюзить. Ты не работаешь, багаюзик. Ты не попадешь. Попал, крысёныш. Все, ребят, быстрее в него надо попадать. Пока что. Быстрее, ребят. Вот, я же говорил, эта тактика так и должна была сработать. Я его сейчас убью. Есть, ребят, я его убил. О, жесткий взрыв повара. Кайф. Бежим, бежим, бежим. Далеко, далеко. Все, ребят, вот выход.
Ура, это все-таки конец или нет? Я еще не знаю пока. Или еще какой-то босяра будет. Погнали. Гоу, 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 гоу. Опа. Господи, опять этот наггетс. О, залезаем по этой лестнице. Я думал, это конец уже. Так, здесь написано то, что меня приведет прямо к выходу. Хорошо, пробуем. Значит, опа. Да, а где выход? Какие лазеры? Я думал, сейчас уже выход будет. Я уже смогу выйти с этого приключенческого амукуса. Ну, наггетса вот этого. Который постоянно почему-то меня хочет задержать. Так, не понял, что тут будет босс. Да что это за бесконечные лестницы, господи. Так, берем одну, ребята. Я знаю, можно взять одну. Я уже пробовал играть в Роблокс. Мы делаем вот так и читерим во всех штучках. И вот так ставим последнюю штучку. Так, какие-то ворота. Не откроются? Да. Так, стреляйте в руки. Зачем? Давай буду стрелять в руки. Попал в руку, ребята. Я в руку попал. Прикиньте. Какой-то наггетс. Сражаемся с наггетсом. Валим. Ой-ой-ой-ой. А что это ты? Такой жесткий. Чувак. Встань. Встань, пожалуйста. Да как он меня сейчас убьет? Ребята. Так, ребята, пробуем попытку номер два. Так, гоу. Еще раз. Попытка номер два. Что-то вроде работает. И даже очень хорошо, ребята. Я почти убил его первую руку. Вот мне надо. Все, первая рука готова. Отстань! Отстань! Отстань, зараза такая! Так, теперь стреляем. Почти его убили. Ребята, мы почти. Почти. Ой, давай. Отстань. Ребята, ну я его почти убил. Ребята, есть, я его убил. С третьей попытки получилось. Наконец-то. Я уж думал, у меня это не получится. Какая-то машина. Садимся. О, все, я сел. Поехали. О, ролик длинный был. Ладно, ребят, кому понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На channel. Всем пока, ребята.